Как гром среди ясного неба пришла новость из предолимпийской Бразилии. Там похищена теща одного из самых влиятельных людей в мире спорта, владельца Формулы-1 Берни Эклстоуна. Преступники требуют за нее выкуп в 120 миллионов реалов. Это примерно 36,5 миллионов долларов. Пропала теща еще в пятницу, но сообщили об этом только сегодня. Никаких других подробностей пока не приводится. Надо сказать, что для Берни сумма выкупа невелика. Его состояние оценивается в более чем 3 миллиарда долларов. Похищенная теща – младшая Эклстоуна, что интересно. Ему-то сейчас 85, а его супруге, бразильянке Фабиане Флозе, 39. Как и предыдущая жена, которой, кстати, при разводе достался миллиард долларов, Фабиана – красавица и на голову выше своего мужа. Но никакого отношения к модельному бизнесу она не имеет. Фабиана занималась маркетингом Гран-при Бразилии. Рабочие встречи с шефом для нее обернулись романом. Но в 2012 году состоялась их свадьба. Сейчас чита живет в Англии, а родители Фабианы, несмотря на сказочно богатого зятя, остались на родине. В Бразилии, к слову, похищение человека – очень распространенный вид преступления. Десятилетия назад в день пропадали по несколько человек. Причем киднепперы часто требовали выкуп всего в несколько сотен долларов. Но после создания в полиции специального отдела ситуация несколько изменилась, но все-таки незначительно.